День добрый, друзья. Все прекрасно помните о том, что российский юморист и артист Максим Галкин покинул территорию России вместе со своей супругой Аллой Борисовной Пугачевой. Теперь фанаты уверены, что путь на родину Галкину отрезан на всю жизнь. В работе в России не может быть и речи. Москвичи оплакивают потерю, в то же время многие отвернулись от него. Коллеги уверены, что Максим Галкин больше никогда не вернется в Россию, то есть он навсегда ушел из жизни многих россиян. Об этом свидетельствуют цифры в его биографии. Галкин родился 18 июня, это число означает его финансовое благополучие. Также Галкин является носителем тысячного знака, одного из самых высоких. Но многие россияне и не сильно-то и расстроились. Они говорят, что Максим Галкин этого заслуживает. Подписывайтесь, друзья, на наш канал и следите за нашими новостями.